14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по плаванию на короткой воде. Этот термин означает, что пловцы будут соревноваться не в 50, а в 25-метровом бассейне. Готовятся к ответственному мероприятию и два видновских спортсмена – Иван Гирев и Евгений Рылов, которые будут представлять на чемпионате Московскую область. Задолго до чемпионата России пловцы начали тренироваться в усиленном режиме – 2 часа по 2 раза в день. Иван Гирев, золотой призер первенства мира среди юниоров, на будущих соревнованиях будет выступать в дисциплинах 50, 100 и 200 метров кролем. Двукратный чемпион мира Евгений Рылов проплывет на спине 50 и 100 метров, а еще на 100 метрах будет соревноваться кролем. Неизменный наставник ребят – заслуженный тренер России Андрей Шишин. Ты где-то делал, наверное, туда 60, насколько я помню, 59, а обратно чуть у тебя упал, 58 надо делать. Поэтому тебе надо, наверное, 55 нарабатывать сейчас. Тренировки проходят в видновском филиале бассейна «Дельфин». В программу подготовки к чемпионату входят и силовые упражнения. Прямо перед отъездом тренеру, спортсменам и другим членам команды необходимо будет сдать тесты на COVID-19. В нынешних условиях это одно из требований для допуска пловцов к участию в соревнованиях.